Всем привет! Сегодня будем готовить курицу, запеченную в духовке с картошкой и грибами. Такую курочку можно подавать не только на обед или ужин, но и поставить на праздничный стол. Вкусно и красиво! Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Чисто вымытую тушку курицы хорошо промакиваем бумажными полотенцами со всех сторон, в том числе и внутри. В размягченное сливочное масло добавляем соль, перец, сухой чеснок и хорошо перемешиваем до получения однородной массы. Ароматной масляной смесью натираем курицу, как сверху, так и внутри. Где есть возможность, можно также промазать под кожей. Дальше берем обычную нитку и связываем курице ноги, чтобы курочка не потеряла свою форму. Подготовленную курицу перекладываем в форму для запекания. Чисто вымытую картошку прямо в кожуре нарезаем небольшими кубиками. Мелкие клубни можно очистить по спирали и запечь целыми для украшения готового блюда. Помещаем картошку в миску. Добавляем соль, перец, чеснок, подсолнечное масло. Хорошо перемешиваем и выкладываем форму вокруг курицы. Отправляем нагретую до 210 градусов духовку. Убавляем температуру до 180 и запекаем нашу курицу ровно 1 час. В это время чистим и моем шампиньоны. По истечении времени достаем курицу из духовки. Выкладываем грибы сверху на картошку. Посыпаем их перцем, солью и продолжаем запекать наше блюдо еще примерно полчаса. Готовность курицы будем проверять кухонным термометром со щупом. Подробнее о градуснике можно узнать из ссылок в описании под видео. Прошло 35 минут. Температура готовой куриной грудки должна быть 74 градуса, а бедер от 74 до 80. Вот и все. Курица в духовке, запеченная с картошкой и грибами, готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.